Площадка находится у стадиона «Фишт» и ранее не эксплуатировалась. Не было лужаек и зеленых насаждений. Сегодня территория заметно преобразилась. У входной группы используется современный метод озеленения территорий. Живой газон в рулонах прост в применении и практичен. Кроме этого, Адлерской администрации закуплено около 200 деревьев. Это бути, головчатые пальмы, значит, олеандры, много оливов душистых и сосны. Средиземноморские с большой кроной, вот те, которые украсят это место и будут выглядеть достойно, как и подобает городу Сочи при проведении таких мероприятий. Эти растения фирмой-подрядчиком были приобретены в Италии. Регион Тоскана расположен на той же широте, что и Сочи, поэтому зеленые насаждения приспособлены к изменчивому климату, жаркому лету и дождливой зиме. Помимо деревьев, озеленители высаживают цветы и регулярно ведут полив травы.